Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий. Сегодня у нас продолжение нашей любимой игры Rock of Ages 2. Что я могу сказать? В принципе, это ничего мне нечего говорить. Сам все видишь. Предыдущей серии. О, пушка. Пушка, которая стреляет большими этими шарами, которые тебя очень сильно толкают. Уберись, пожалуйста. Я увидел. Так, о, тут еще есть что-то. Что это такое? Воздушный шар. Воздушный шар цепляет к волнам с помощью левой технологии. А, новой технологии лев-якорь. Я понял, я прочитал. Давай вот, вот этот вот. Нормально, Львов. Львов, это в Киеве. Ой, в Киеве, в этом. На Украине, да? Или в Украине, не знаю, короче, где-то там. Баба Яга летает над городом с каким-то человеком. Задом знает, какая-то как погрузчик. Не дали нормально поесть. Говорит, смотрит, постоянно ни хера не видит. Никого нету. Хлопнул дверью, там еще один приколист. Типичное население такого городка. Мне так смешно вообще, не могу. Так, так можно было? Что, ушел? Ты что, совсем слепая, что ли? Ладно, не будем мы дальше это смотреть, но я так понимаю, тут очень-очень долгие эти вот эти вступления, они очень имеют большой смысл, наверное, очень забавные, но мы пришли сюда играть. Мы пришли сюда не смотреть кинцо и мультики. Так, оставляет след краски, на котором не могут быть построены юниты. След быстро распадается на неиспользованных клетках. Урон 150. Урон 200. Урон 200. Ускорение, так, скорость 23. В принципе, нам нужен вот этот шар. Мне он больше всего понравился. Так, вот эти шары мне понравились. Вот этот мне понравился, вот этот понравился. И ловушек нету, блядь. А кого тогда? Слоны очень помогают. Мы стены почти не ставим. Наверное, давай ловушек тогда возьмем и сделаем. Считаю, что будет очень, очень умно это сделать. Так, здесь есть, да, вот это вот шахты. Шахты есть. Ну, где она есть, ёлка, шахта эта. А, тут можно вот так вот делать. А я что-то туплю, смотрю по сторонам. Ладно, давай пусть вот так вот будет. И вот здесь вот еще есть шахты. Можно поставить шахту, значит, как-то... Фу, блин. Рудники, короче, есть вот здесь. Я предполагаю, что мне здесь его быстро разнесут, но ладно, нам дело не в этом у нас. У нас дело в том, что... Ёптать, ну... Сука, есть вроде, ни хрена нету. Обидно. Цепляются к шарам. Ой, к этим... товарищам цепляются. Вот так вот нас ставим. Так, а моя крепость вон там, да? Вот эта хрень, она... Это... Она отваливается, по-моему, да? Если я не ошибаюсь, конечно. Она ломается. Вот так. Вообще, отличная защита. Прям тютелька в тютельку мы успели построить. Блин, а куда ехать-то? Куда ехать-то, ёпта? Его колотить. Ни хрена себе ты большой, какой молодец. Да я перепрыгнул тебя, ну! Я его перепрыгнул! Враг катится. Я за него рад.
155, ну что такое? У него огненный шар какой-то, так нечестно. У него огненный шар. Значит, что он может? Значит, что он что-то может сделать мне. Так, я считаю, что вот это самая надежная защита. Блять, зачем ты нажал-то туда? Ну, дурак, что ли? Запинайте его нахер, а? Пожалуйста. Не дайте ему разогнаться. Ёпти. Я в ахуе просто. Ты прикинь, сколько он снял с меня. Ты видел, сколько он с меня снес просто? Просто на ровном месте взял и снес. Охуеть. Блять, серьезно, столб не сносится. В срагу, блять, объедем тогда. Я в тот раз-то перепрыгнул как. Не, ну это не серьезно. У него такие вещи есть, а у меня таких нет вещей. Мне, конечно, они будут сейчас, но мне как-то надо это пережить, блядь. Стой, ну, бля. Давай, положи меня вот сюда, прям. Я его сейчас вообще не ударю. Все, короче, едешь, что не едешь. 160. У него осталось на две плюшки. Вот на две плюшки у него осталось, я точно тебе говорю. Слоны не сформировались еще. Зачем ты их лупишь-то, ну? Шар, ты-то куда летишь? Ну, цепляйся. Зацепился. Цепляйся. Второй шар зацепился. Третий шар должен зацепиться был, ну. Эти-то что висят? Чё вы меня злите-то? Чё вы стоите, смотрите на них? У меня зла не хватает. Что такое? Чё, как так, как с этим жить-то? Объясните мне. Я почти доехал, кстати. Мне осталось вот хер не хера до тут. Правда, ни хера себе, хер да ни хера. 190! Я почти его убил. Смотри. Неплохо, да, получается-то? В принципе... Если учитывать тот факт, что мы уже почти... О, блин, а что такое-то? А что я туда не мог попасть? Что такое-то? Что мне мешает? А, мне мешает вот что. Там моя территория. Вот эти херовинки я наставлю сюда. И шаром. Денег нет, лимит думал, а денег нет просто. Давай, строй, 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 я почти выиграл уже. Вот это...
домик ходит очень-очень-очень хорошо. Опа! Ходит такой посерединке, гуляет, ему вообще без разницы. Ну, все, главное, чтобы он меня не затоптал. Короче, вы примерно поняли, да, как надо перемещаться тут? Бля, а чё за... Где я застрял-то? Придется ехать, короче, прикинь, вот здесь. Не камильфо, конечно, да. Не камильфо. Я не вижу, где я еду. Умер бык один. Ура. Ёпси, закидали камнями, блядь. Прыгнул. Прыгнул еще раз. Убью тебя, собака такая, бляха. Ай, как меня злит вот это вот. О, блин, вот это молодец. И куда, и чего, и как с этим жить? И он меня сейчас опять сначала сам выпускает, молодец. И как я здесь должен ехать, если я здесь не могу прыгнуть так быстро? Вот сюда прыгать? Я не спорю, конечно, я... Да я не допрыгиваю тут! Я просто элементарно не допрыгиваю, что мне делать-то, а? Блять, да серьезно, что ли? Ну в конце-то концов, ни стыда, ни совесть, ни любви, ни тоски, ни жалости. Кто они, блин, сволочи, эти все сказаны. Ну, что это такое-то? Ну. Да, блять, давай, конечно, счет. Ебать, просто не доеду сегодня. Туда. Нормально все, ребят? Нормально? Неужели, в конце концов? Баб-Яга, слушай, ты такая собака. Вот благо, что стратегия сработала в голове, понимаешь? Вот вообще, в другом случае, вообще проиграть бы мог. Вообще, вот, ну, серьезно заявление, конечно. Мне было на победу вообще, да. Поговорили. Так, ладно, сейчас. Мы можем взять дерево феникса, восстанавливать клетки, которые были использованы другими юнитами. Это здорово, конечно, я очень рад. Ну, уберись. Что у нас здесь? Дельфы. Не знаю, что такое дельфы, но... Кошку убедил, молодец. Дурачок, что ли? Просто мимо товарищ такой прошел. Камушек пронес, огромный валун. Геркулес. А, он типа сильный очень, да? Ну да, точно же. Давай, пропустить и... Версус у нас с Геркулесом. Я думаю, мы вывезем. Вывезем. Будет все хорошо сейчас. Взрывается после нескольких ударов по фитилю. Способен нанести огромный урон. Прочности, конечно, поменьше. Давай попробуем за него сыграть. Возьмем вот это. Вот это. Слонов. И по старинке стены лучше. Шары в жопу, не шары, потому что это убожество какое-то. О, а где все? Музычка вообще классная. Так, кстати, где здесь эти шахты, чтобы я мог туда положить немножечко своих... Оп, вот так вот.
Стоять! Где? Я потерялся. Ту-ту. А в самом конце у нас будет с вами... Ёлки-палки. Как тут много всего-то. Давай он будет вот здесь вот, этот слон стоять. Два, точнее, слона. А вот здесь будет просто несколько ловушек. Которые будут в случае уж огромной опасности откидывать наших товарищей. Нашего товарища, точнее, который пытается нас убить. Пытается сломать нам крепость. Все, в принципе, можно начинать. Палки, кто-то с него снулся. Не, ну это не серьезно уже. А, он топает этот, да? Топает. Я сейчас фитилем натру. Фитиль натру свой. И будет у нас... Ёб твою мать, блядь, ну куда ты полетел-то? У меня уже меньше половины здоровья. Ёп, твою мать, мне... Он вообще за квадрат играет за какой-то. Это самый умный ход, который мог быть сейчас с моей стороны на самом деле. Потому что знаешь почему? Потому что мы и так сломаны уже. Хрен знает, как мы не доедем. Карту мне, пожалуйста. Он, конечно, хорошо катается. Он очень хорошо катается. Пороховой шар, это здорово. Ну, типа, здорово, конечно, что он 189 сносит, не 160, не 155, да, как наш предыдущий, не 170, а 189, если я не ошибаюсь, да? Это много достаточно, но, блин, это... Можем вообще вот этого не пропустить. Он очень медленный. Он очень неустойчивый. Но у него очень много здоровья, я так предполагаю. Не то, что предполагаю, я вижу, что у него очень много здоровья, потому что он прям очень сильно, он упал, и у него вообще почти не снеслось. Хотя у меня там улетел, будь здоров, но он и сносит здорово, да, прям вот очень много. Ему управлять, скорее всего, очень тяжело, поэтому это не... Серьезно, блядь, на ровном месте просто убили. Что это значило? Как так-то? И как я должен это, типа, понимать?
Не, ну типа я понимаю, что, знаешь, что вот фитилем его нельзя чиркать постоянно. Я понимаю, когда он там бахнет, да? А он бахнет, наверное, и все, и больше не нельзя будет ехать, да, наверное? Ёбаный в рот, ну... Нужно следить, чтобы он не взорвался, блядь. Нужно следить, чтобы он... ...201! Разорвал почти его. Сейчас мы сможем его разорвать. Главное доехать. Самое главное доехать. У нас одинаковое количество хп, если мы сейчас... Ой, блин, это просто ужас какой-то. Прям, знаешь, серьезно. Серьезная, конечно, игра. Очень серьезная. Ну, на самом деле напряженная достаточно ситуация, потому что когда тебя вот так вот просто на ровном месте берут и обыгрывают. Ну, то есть это обидно немножечко. Ну, не то, что обидно, это... неприятно. Когда какой-то квадратный шар. Когда какой-то квадратный шар может просто прыгнуть и, ну, типа, и сломать тебе даже без особо высокой скорости ворота, как бы ты на полной скорости влетел. То есть какой-то кирпич летит и врезает. Не летит, а просто так вот перекатываясь еле-еле, берет и врезается в твою стену и сносит у тебя усток вот здоровья. И ты, блин, залетая на полной скорости, сносишь ему усток вот здоровья. Ну это как несерьезно, блин, я не понимаю. Так, не чиркай. Бляха-муха. Опа, вот это да, вот это повезло. Я бы сказал, что мне фартануло нехило просто сейчас. Но я так не скажу, знаешь почему? Потому что я еще не доехал, а у меня уже меньше пол хп. И у меня есть ощущение, что я не доеду, блядь. Потому что у меня уже меньше пол хп, а в меня все стреляют и стреляют, блядь. Заверни, пожалуйста. Я уже почти доехал, почти. Блядь, не чиркай, пожалуйста. Ровно прям. Молодец. Облезни, пожалуйста, ёб твою мать. Не доехал. Бля, буду не доехал. Доехал. Охуеть, доехал. Без здоровья просто вообще доехал. Не слаб... Просто, блядь, серьезно, что ли? У меня слов нет. Если я сейчас проиграю, это будет вообще самое обидное, что бывало в моей жизни сейчас. Правда. А я проиграю. Какой тут, блядь, меня сломали только что. Я умудрился просто проиграть, сломав ему ворота. Ладно, давайте на этом закончим.
на этом закончим, потому что... Потому что обидно, и долго уже, типа, идет это все видео. И... Ну, грустно это, короче, потому что мы только что были просто на вот таком вот волоске от победы и... проиграли. Но мы не будем отчаиваться, в следующей серии мы, естественно, обязательно пройдем и обязательно выиграем у этого, как его там, Геркулеса, или, не, или у кого мы там выигрывали. Не без разницы вообще, у кого мы выигрывали, мы у всех выиграем. А пока что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, делитесь видео с друзьями. Всем до встречи, всем пока.